Капусту нарезаю как можно тоньше и соломку нарежу тоже на небольшие кусочки. В оригинале этого рецепта была только белокочанная капуста. Видела рецепт где-то на просторах интернета. Но я всегда люблю добавить что-то свое. Остроту вкуса в этом салате придаст красная капуста. Нарезаю ее также тоненько и в миску. Капусту надо немного помять, так она будет более мягкой и сочной. Вообще белокочанную и красную капусту можно заменить на китайскую или, как ее еще называют, пекинскую, будет тоже очень вкусно. Теперь порежу тонкой соломкой огурчик и добавлю в салат. Друзья, мы будем рады вашей подписке, лайкам и комментариям. Сюда же отправляю свежий зеленый лучок и немного петрушки. Конечно, можно добавить и укроп. Совсем чуть-чуть соли и перца. Ну а заправлять салат будем соком лимона и оливковым маслом. Теперь салат надо хорошо перемешать. И вот он, таинственный, но очень простой ингредиент. И что же это? Да все очень просто. Икра ментая. На миску салата 2-3 чайные ложки. Икру ментая можно заменить на икру селедки. Еще мне очень понравилось с икрой трески. Ну что, скорее попробуем салатик. Посмотрите, какой он получился красивый, яркий. Посмотрим, что на вкус. Бесподобно. Очень вкусно. Хрустит. Такой легкий-легкий рыбный оттенок, но это так вкусно. Сочетание невероятное. Друзья, рекомендую такой салат. Очень легко и очень дешево. Я обещаю вам, что вы такой салат будете готовить несколько раз в день. Спасибо, что смотрели нас. Прошу к столу и приятного вам аппетита!